В Рязани 1 апреля начался месячник по благоустройству города. Ремонт дорог – вопрос в этом деле первостепенный. На сегодняшний день уже идут работы по полной замене дорожного покрытия на улицах Соборной и Радищева. Заранее приносим извинения жителям города в связи с неудобством, которые будут доставлять вот проведение ремонта. Также уже начали проводить ремонт по улице Рязанской картами и в Карцево – это круг платного путепровода и туда в район Карцево. Всего у нас будет отремонтировано картами 10 участков дорог. Это планируем и мост на Ленина, это планируем и на Шабулина, съезд с путепровода и в районе Народного бульвара и пересечение Гагарина с Дзержинским и улица Краснорядского. Работа по укладке асфальта планируется завершить до праздника Победы. Также после зимы активно восстанавливаются парки, скверы и другие зеленые зоны. Работы будут проводиться по всему городу, будут работы проводиться по зеленым зонам, в парках, скверах, на площадях, по дорогам общего пользования. Работаем сейчас уже месячник, хотя начался с 1 апреля. Работы проводим еще раньше. Марафет наводят и на улицах Рязани. Моют и красят бордюры, белят деревья, высаживают газоны. Убираем накопленный смет, который у нас, земляные накопления, которые у нас зимы уже достаточно много накопились на проезжей части, на тротуарах. Проводим промывку тротуаров, белим деревья, вот, убираем листву, случайный мусор, белим бордюры. Мы проводим целый комплекс мероприятий. В течение всего весенне-летнего периода будем поддерживать. И те вещи, которые не доработали во время месячника, будем дорабатывать. Весна украшает любимую Рязань. Главное теперь поддерживать ее в чистоте. И ответственность эта полностью лежит на нас, горожанах.